Здравствуйте, Еленька, рада вас видеть сегодня на очередной встрече из нашего проекта «Мы любим писатель». В рамках этого проекта известные люди Екатеринбурга рассказывают о своих любимых писателях и своих любимых книгах. У нас состоялось уже несколько встреч, мы встречались с Николаем Калидой, с Романом Симченым и с Алексеем Федорченко. А сегодня у нас в гостях Олег Дозман, поэт, прозаик, критик. Конечно, представлять его, наверное, вам всем, в общем-то, не нужно, но я просто из принципа зачитаю весь перечень его регалий, он настолько длинный, что наизусть его не запомнил. А родился у нас Олег в 1974 году в городе Свердловске на Екатеринбурге, окончил Уральский государственный университет по специальности филология, а также аспирантуру, окончил МГУ по специальности экономика и менеджмент СМИ. Входил в редакционный совет журнала «Урал». А с 1999 по 2000 год руководил литературным клубом «Ребятки». Выпустил 5 сборников стихов, причем сборник «Смотреть на бегемота» получил русскую премию и спецприз московского счета в 2013 году. Последняя книга «Уральский акцент» вышла в 2019 году. Олег Дозманов – лауреат премии журнала «Урал». Его стихи переводились на итальянский, английский, голландский, украинский языки. Публиковался во многих журналах, в том числе «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Воздух», «Russian Literature», «Новый журнал», «Звезда», «Волга», «Стороны света» и «Др». Теперь я со спокойной совестью передаю слово Олегу. Катя, ты все знаешь. Ты же сам мне все это прислал.